Так, ребята, часть номер два. Опять же, с этой клетки. Вот здесь двухчубая птица сидит. Голоногие. Тут и желтые, и белые, и мраморные. Всякие разные. Тут у нас очубы даже один сидит. Вот он, мраморный. Просто носочубы. Что ты творишь, а? Негодяй. А хозяев нету. Хозяев. Нет, вот рыжие мраморные такие чубатые. Так. Нет хозяина. Что поделаешь? Так, проходи, отвлекай. Вот здесь. Камера за твоей, блядь. Как ты начал подходить? Андис. Так все. Андис. Торговли нету? За базаром. Третий пакет. Не надо. Андисанец и бакинцы. Бакинцы. Так. Вот. Да, мужика еще хлопова. Не надо. Вася, твои-то эти? Касаны, касаны. Гоняешь их? Да, они уже с боем. И почем такие? По 500 рублей. 500 рублей голова. Ты ж тогда снимал, а сразу мне как пошел по интернету. Ну, далеко все же выходит. Это хорошо. А это агараны. Такие агараны и почем такие? По 500. По 500 рублей агараны. Это моздоки. Моздоки. Вот. Сизамуры. А вы откуда? С моздока? С советской. А Ставропольский край? Моздокские. Такой рябоголовый. Моздоски. А что-нибудь гоняете из голубей? Из этих нет. Из это этих не гоненное. А вообще гараны у меня гони есть. Это выгнал, все хорошо бьют. И я их оставил уже на потомство. А это молодежь вся. А телефончик не хотите оставить свой? Записать? Не, просто продиктуйте. 8-903-415-73-75. Назвать как? Петр. В Советском живет рядом Ставропольский край. Такие голуби. Я старых оставил, старого. Здравствуйте, сезоноры. Такие вот. Так, спасибо. Так, вот такой пятюня. Здорово. Так. Тоже здесь летные вот эти вот. У нас их называют. Курские не называют. Вот белоголовые кучерезы называют. Кто как называет летные голуби. Вот, по-моему, вчера, когда мою голубку так вот чуть не сожрал, кажется, он, я на видео посмотрел, кажется, он чужого тучереза, он и забрал сарсан. Там на какой-то, ну, посмотрите сами, там будет видно, он на него налетел, я у камеру убрал, не видел. Так, вот такие. Так, кто у нас? Пакистанцы. Пакистанцы, да? Да. И почем такие? 200. По 200 рублей. Вы гоняете птицу? Гонины, брат. А? Здорово. Здесь и все. Ты сладика? Да. Я тебе писал. А. Я с Ингушетии тебе писал. Где мне чернохвостой найти? А. Спасибо тебе, что ты есть. Вот, так. Снимать. Чем могу? Да, спасибо. Спасибо. Такие пакистанцы по 200 рублей. Так, ладно. Поехали дальше. Вот тут уже что-то из-под головатых, параплечистых. Такой
головастик. Желтый. Желтый такой. В сапожках. Белые. Белый хозяин чем-то занимается в машине. Так. Мозгоски, сизолысы, белые бакинцы, пара чубатых с навесами. А белые пара чубатые? Не, не пара. Нет? И почем такие вообще? Голубь, голубка, только не порованные. Ну и сколько будет стоить такие? По 200 рублей. 200 рублей. Да. Какие тоже здесь всякие разные. Пара мозгоски. А сизолысые такие почем? Это парованные. И сколько стоит? 800. 800 рублей. Ладно, с первого поворота направо тренингова. Александр Елисов, да? Балка, крутая балка и здесь 40 штук ты залавливаешь. Быстро. А он убойный, блядь, андебушка. Ай пусть идут к нам. Чили двух чудо. Ай пусть идут. Так, рука замерзла. Вот такие. Тут тоже сбились. Клетки вот мраморные. Мраморный акбас такой. Белоголовый. Чили. Чили. И а, это не хозяин. Хотел спросить. Ушел. Так. Это? Здесь. Это? Это голубь. Что-то мраморное. Почем такие? Полторы две. Под 1500 голова. Что-то гонина есть? Нет. 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 Кого гоняли? Нес. Юра, ау. Сейчас. Так. Здесь уже куры пошли. Так. Только двери проверить. Сейчас я подойду. Куры. Куры. Такие. И вот этот голубь. Мрамор. Она именно не гонена. Я детей чисто брал и гонял детей. И дети что-нибудь показывают? Дети нормально показывают результаты. Все. Не говорю, что 4-5 часов врать не буду. Я не люблю. Я это не буду. Вот, вот это уже более-менее на пакистанцев похоже. И почем такие? 500 рублей пара. 500 даром. Пара. А что так дешево? Потому что не берут дороже. Даже так не берут. Гоняешь голуби? Да, гоняли. И как? Сколько летят? Да по полдня летают. По полдня летают? Ну, бой не то, что сильный, но лед у них хороший. Угу, понятно. А ты откуда у вас там? С Привольного. С Привольного. А телефончик можешь оставить? Да. Ну, продиктуй тогда на видео. 8-909-756-85-56. А звать как? Арсен. Арсен. Вот такие пакистанцы. Вот видно, что они живые, не то, что там в машине. Эти помощнее и повыше. Они корпусом побольше.
Игры, говорит, нету, но летаю с поповня. Игра сладенькая. А что продаю? 500 рублей пара. Даром. Да, это даром 500 рублей пара. Вообще чудо не летал. Так, сейчас я на паузу. Так, продолжаем дальше. Здесь желтый мраморный. Черный перс. А желтые пара? Пара, Юра. И почем такие? Штука. Гониные, нет? Гониные, все. Ну, что-нибудь делают? Да. А вообще, только вот пара, еще что-то есть дома? Именно по желтым? Есть дома. По зеркальным, по желторябам, по желтым, по таким, старым. Мраморный вот весант, по-моему, с игрой тоже. Походу две головочки. Один должен сам есть быть, мне кажется. Ну, понятно. С Краснодара, да? С Краснодара, да, приехали? Они все мало. Нет, я с Владикавказа. Что, будешь делать? Так. Что-нибудь будешь делать? Хотел бы три. Можешь брать у стоп, блин. Такие моздовские. Доски. А если выключаться не будет? Так, и вот здесь. Так. Вот такие. Солнце отсвечивает. Может, не очень будет видно. И почем такие? 3000. Любой? У тебя что-нибудь есть, вот голубка? Дрыгала. Нету? Тяжело что ли найти вот именно чтобы сизы, да приятно. Да редко. А так вот с боем честно с боем есть много кто гонять, я просто не гоняю никак. Жалко, скопчики бьют. Ну понятно. Так, ладно. Так, вот такие. А, посмотри, что такое. Грачок. Армадиры. А это что стоит? Чернохвосты. А не брачок будет в обратку давать. Ну бывает наоборот. Это как хочешь, брачок. Кто подкошник требует, кто это. Кто игру требует. Как можно требовать здесь хвостики на брак и как я требую. Шейки. Шейки, они мне дурные. Шейки. Почем такие шейки? Здоровье. Привет. По 500 рублей голова. Так, плечистый. Желтоплечи. Красушек, уберешь голубку? Это Василя голуби. Сархонки голуби. Да. Ну телефончик я брал хозяина на той выставке. Такие красноплечи, желтоплечи. Так. Хорошо, у нас поближе. Красноплечие пара шпаровались, а эти брат с сестрой. Красноплечие и желтоплечие, а это пищит еще. И почем такие? 500. По 500 рублей голова. Нет, вот это. Вот, через машину. Вот такие мраморные. Ну да. Чубатые. Вот, а мраморные чубатые почем? Тоже. Да, тоже да, по 500 рублей. Я им сказал,
Хорошая пара, посмотрите. Здорово. Я говорю, вот голубь. Белые. Белые чубаки, вот яйца. Клапана набрали. Это тоже значит. Что, то, что то, что с навесами? 300. И почем такие белые? 300. По 300 рублей. Он искал, знаешь, вот именно с навесами. Браватые. А желтохвостые? Тоже, любой. Тоже. Все по 300. Да. Цена на голубей. Упала. Тут и краснохвостые. Мрамор. Себе взял? Да. Павлины хвостатые. Это голубь, да? Была бы голубь, я бы забрал. У меня три павлина. Пора спорвали. Дурочек. Не-не-не, я вот. Да, давай. А ты молодой. Это молодой. Вот, последний. Ну, почем такие? 500 голова. 500 рублей. Армавирских разобрали, было штук 10 клетки с утра, я еще не снимал. Вот тоже, тоже армавирские. Ореховые или как их? Какой цвет, хозяина нету. Да, здесь у нас мраморные чили, рябоголовые бакинцы. Где живет? На чердаке, ну я молодежь. Не гонял, да? Так, Син гоняет? Всего понемножку. Так. Теперь у нас здесь такла. Такла. Большие крупные голуби. Тут и армавиры, по-моему, сизый бакинец, там что-то вот, тагуны, как из-под белохвостых что-то, вот он сидит, ложка, брачок, тоже хозяина нету, здесь павлины. Пара желтоплечих павлинов, вот такой, сизомуры. Так, здесь тоже клетка такая, не снимешь, армавиры 4 штучки сидят. Я говорю, что ты их прижали? Пара кролики, кролики. Так. Вот такие. Бакинчики. Пара мраморных. Тогда вот это сюда. Пара мраморных. Как неправильно? Вот так делаем. Так. Мы это прошли. Здесь тоже мрамор. Мрамор. О, Юра, привет. Привет. А, Володя уже продал голубей. Спасибо, Володя. Давай, какие мраморные. Это твоя, да, птица? Да. Что, мраморные стоят? 500. По 500 рублей голова. Это прошлогодние, гоненые. Голуби с Нарт, город Нарткала. Рыжий мраморный, вот высокий, большой, крупный. Бакины. Дагестанские. Я Дагестан накрою. Дербенко. Дербенко, пицца привезена. Тут и в сапожках есть, и чисто голоногие. Володя, ты мне номер продиктуй еще раз, пожалуйста. А их уже нету, я последних привез. Да? Мраморные. Это все, последняя, да? Птица. Я на красноголовых перешел, широкохвостых. И вот эти сейчас теперь привезли. Все ясно. Так что телефон не жалко. Не актуален. Ну, понятно. Хорошо, я понял. А почему на тех перешел? Ну, цыганская болезнь. Ага. Сегодня одни, завтра другие. А это твои же, нет? Да, да.
все ясно. А какие? Человек переходит на других. Мода, мода. Да. Здесь, по-моему, курсаки. Либо кинцы. Здесь вот голова, головастик. Что интересует мужчина? А вот эти... Это херня же, цыганцы. Да. Вот это нормально. Мастолка. Какие? Красный, я не знаю, какие ты хотел. Красный, голубая. Да не красный, вот, вот эти вот. Они рябы? Больше, да, рябы. Вроде как порованные они в его. Они... Ну, у него вообще птица годная. Крупные. Правда, летает, она не кушает. Знаешь, один на юг, другой на север. И такая вот, дружно нету. Ну, как бы и все говорят, что бакинец должен летать. Без... Куда хотел. Да, в стае нежелательно. А мои летают так, юлой, в общем, переклинивают, что ли. Что мальчик интересует? Нет. С какого коробки мы тебе продадим? Лейтенант, куплю. Белья осталось. Все детское. Какие же? Армавиры. Кто? Армавиры. Я сизый потом. Желтые, белые, сизые. И почем птица ваша? Темно-сизый. Голубый. Вот. А? У каждого своя цена. Ну, все ясно. Одинаковой цены на таких не бывает. А вы откуда? Минвод. Минвод? Не приехал опять. Да. Приехал. Привет. Как она ничего. Вот люди с Минвод приехали. А телефончик не оставите? Да, пожалуйста. Сегодня у вас нет? Продиктуй на видео телефон. Попробуй. Отца телефон. Что? 8-928-925-50-60. А, 60. 73. 73. Позвать как? Володя. Володя. Это у вас только армавиры, да? Это голубка? Голубка. Какие вот армавиры есть? Где? Вот это? Да, голубка. Цены разные. Да он сам купил. А, ты купил мушура? Мушура купил. Да, мушура сегодня хорошо продался. Так. Он говорит, я распродал, у меня все раскопали. А он говорит, по 5. Вот. Здоровый вот у нас голуби. Теперь богатому не нужно бедному протянуть. Белые ленинаканцы. Гоняешь, да, голубей? Ну, конечно, конечно. Они, ты посмотри, блядь, у некоторых, блядь, в клетках спят, блядь, а мои какие. Ну, я вижу, они вот такие, ну, стойко подтянуты. И как ленинаканцы? Ничего, хорош. Ни в забой не уходят? Нет. Летают и играют. И почем такие? Штука. Штука голова, да? Да. Так, это голуби у нас с Беслана, да? Ты же с Беслана? Да, да. С Беслана. Какие ленинаканские. Тогда продиктуй телефон тогда на камеру. 3-8-909-477-34-63. И звать как, чтобы... Костя. Костя. Вот. Это город Беслан, Северная Осетия. Вот Костя гоняет голубей. Вот у него есть и шейки неплохие. А черные твои персы тоже? И я тоже его. Ну, а без тебя куда? Без меня куда? Вот такие вот. В общем, ленинаканцы по тысяче. А шейки почем такие бакинцы? Тоже. В общем, можно приехать и с лета купить. Нужно приехать и посмотреть то, что я взял, то, что человек погонит, и можно с лета взять голубей. Голубку не... Я знаю, что он гоняет. Правда, никогда не попадал еще к нему, но
Постараюсь приехать и поснимать. Вон, залудил. Просто договориться. Пойдем еще посмотрим. Так, ладно, ребята. Так, спасибо. Давай. Спасибо. Да. Во сколько вечера дать? Ну, я постараюсь. У меня же... Да ладно, мне не надо ничего. Вот такие... Тут и мостоки. Что-то там... Разные-то вот такие вот белястые, белясые, чубатые. Хозяина нет. Здесь тоже армавиры всякие разные. И сизые, и шоколадные. Белые. Это не белые, это чернохвостые. Чернохвостые. Да. Что у нас? Да, чернохвостые. И почем такие чернохвостые? Хозяин. Ваши? Чернохвостые почем? Молодой 250 мировой. А эти гнатые 400 прошло. Только три голуба. Голуба получается. Понятно. Это же не бонсу. Уже бой начинается. Уже. Это он потом выставит, какие цены. Да, хозяин говорит, какие цены, старший такие есть. Там. Кто-то уже из старших уже. Так, у нас вот тут желтенький молодой. Шейки подтянутые, совсем писюнята. А почем такие шейки? 500 за пару хочу. 500 рублей за пару. Совсем малыши. Поехали. Дальше. Так, здесь у нас. Здесь у нас тоже пискунята. Вот ленинаканский, по-моему. Агасиевская порода. А? Агасиевская. Агасиевская? Сыма. С Краснодара привезли. Это они совсем малыши, их бы еще бы подкормить. И что такие стоят? По рублю. Американцы. В Крыму, который Агаси держит? Я знаю. Из его шли породы. У Олега брал, с Краснодара. Просто, как бы говорили, я так слышал, то, что на Кавказе очень мало, да, вот с агасиевской линии. Как раз таки вот я только взял, здесь больше ни у кого нет. Ну, я знаю, еще там у кого-то, может быть, один-два, да, есть. Так я штук 20-30 заказал, привез. Понятно. Так. Белые почтовые чехи. Чехи. Это у нас армавиры здесь. Чехи разные. Сизер две пары. Голуба тоже, блин. Так. Желтые. Желтые армавиры. Опять засыпал прикопку. Три дня дают, черный дают. И никак не проходит. А желтые такие почем? 1000 рублей. 1000 рублей голова. И не белая, вы знаете, бывает белая, когда, допустим. Здесь тоже. Что такое? Белые. Не было такого? Черные. Вообще трикопол даете, когда? Бывает такое? Когда типун, или как он называется? Трикопол, да. И павлины, и бакинцы. Не действует. Не действует? Так, пропаливые. Он нормальный, блин, но просто вот эта вот шишка, блин, как подавлю, кровь прошла, вроде, ну да, куда-то. Еще нормально, здоровый. Пушистый.
чем внутри. Вот как кидал. Не, не шишка. Это редко вы даже есть. Она не белая. Бывает, знаете. Да. Тут заканчивается уже выставка, в общем, я обошел, то есть не выставка, а рынок, рынок северокавказский, чубаты белые, красный, желтый, такую маленькую плеточку наш лохмы не помещаются, и хозяев нету. Вот такие. И пара бакинцев. Так, ну и на этом буду заканчивать. Уже все. Тут пара желтых сидит. Армавиров. Уже снимал. Так, ну и все, ребята, вот такой вот рынок у нас в городе прохладном. Люди ходят. Ходят, бродят. Следующее воскресенье будет рынок в городе Пятигорске. Так что добро пожаловать, приезжайте. Лишь бы погода не подлила. Сегодня вот уже небо затянуло, но с утра было солнышко. Главное, что не капает, не холодно относительно. Сыро просто. Люди с коробками ходят, бродят. Вот такие вот дела. Ладно, всем спасибо за просмотр, ребята. Всем удачи, всем пока. Давай сюда вынесем.